Всем привет! Вы попали на канал Hard Reset Info, и в сегодняшнем ролике я вам расскажу, как настроить рекламные предпочтения в приложении Snapchat. Итак, открываем Snapchat, нажимаем на иконку нашего профиля и переходим в настройки. Здесь листаем немного ниже и ищем рекламу. Вот она. Тут мы видим, в первой вкладке мы можем настроить рекламу в связи с собранными о нас данными. И также отключить эти галочки, чтобы не использовать их при персонализации. Нас больше интересует вторая вкладка. Здесь мы найдем множество подкатегорий. Их тут действительно очень много, которые вы можете выбрать и четко настроить рекламу под себя. Также у нас есть третья настройка, которая отвечает за заполнение данных. Она нам не нужна, нас интересуют только первые две вкладки. Здесь с помощью правильной конфигурации выбранных вами параметров вы сможете спокойно персонализировать рекламу под себя. Я надеюсь, это видео было для вас полезно. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и всем удачи!